Ты расскажи, пожалуйста, про свою первую большую покупку с большого твоего гонорара. Спасибо. Это была куртка. Это была куртка. Моя 73-я куртка, да, была. Которую я особо не одеваю, в одном клипе отснял. Все, я ее повесил. Она неудобная. Сколько стоила? Лям. Лям? Да, лям. Ой! А это сколько стоит? Чисто двухкомнатная. Это так, $1000. $1000. Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое. А что за куртка за лям, блин? Louis Vuitton, вот это с карманом. Вау! Короче, брат, я ее повесил, не мое, это смысл.